Дорогие мои, читаю ваши комментарии и понимаю, что допустила небольшую оплошность. Не объяснила толком условия конкурса. Хочу сейчас исправить это недоразумение. То, что София демонстрировала на видео свои актерские танцевальные способности, совсем не означает, что вам всем нужно делать что-то подобное. Если вы стесняетесь выступать на камеру, а это нормально, я сама не люблю. Если вы не умеете петь или танцевать, вы можете с не меньшей вероятностью победить в конкурсе, просто рассказав или показав своего котика, рыбку, кролика, неважно, какие-то поделки, может, собственного производства, другие какие-то заслуги свои показать и рассказать. Кто знает, на самом деле, какое именно видео понравится наибольшему числу подписчиков. Здесь все зависит только от вас. Расскажите о себе, о своих интересах, увлечениях. Мне очень приятно будет познакомиться с вами лично, пусть даже онлайн. Если у вас есть свой канал на YouTube, можете выложить ролик туда и кинуть мне ссылку. Если же снять ролик все-таки проблематично для вас, пишите комментарии под предыдущим видео под названием «Розыгрыш». Комментарий, собравший большее количество лайков, тоже будет победителем. Всем удачи, всех люблю, всем пока!